Все-все. Типа она текстурка такая. Первая фаза просто босса, ты просто держишь босса, точнее Войд будет держать босса. Угу. Наверное, так, да, сделано, да, Войд будет босс, а ты будешь трэш держать. Ну, первая фаза тупо мобы, босс не бьется, потому что он хилится. Нужно сначала убить мобов, потом только босс перестанет хилиться. Угу. То есть, будет... Я на мобах. Получается, три вида мобов, мобов будет 6 волн, то есть 6 волн, три вида мобов, то есть каждого вида волны будет 2 штуки, то есть 2 вида, ну, то есть 2 волны много маленьких мобов, 2 волны по 3 штуки моба и 2 волны по одному большому древнему, ну, 6 волн, три вида мобов. Смотри, короче, сейчас тебе объясню. Что тебе нужно будет делать? Ну, тебе нужно будет танчить. Короче, смотри. Ну, вот Void будет где-то вот... ну, где-то тут будет, короче, босса держать. Смотри, у короче... берега здесь. Угу. Ну, да, вот тут, короче. Угу. Ты просто на трэше сидишь и все, короче. И стеришь смекалку, ну, стерию кидаешь смекалки. Угу. Трэш, а трэш где будет появляться? Он тут будет появляться. То есть, ну, под боссом. А, прям он сразу будет... по центру? Да, он под боссом будет появляться. Я рядом с Войдом стою, значит. Ты рядом с нами стоишь. Ну да, мы все тут будем стоять. Там тебе никуда все бегать вместе не придется. А там тыкните кто-нибудь? Или все пока? Смотри, дайте объясню. Прививай, смотри. А когда маленькие мобы, мы плюс-минус все под босса сбегаемся, чтобы они более кучно так, ну, типа, были. Все, мы типа, ну, они вылезли, более-менее так кучно все. Ты их собираешь, мы пока даем, ну, то есть там хау напуливает себя, мы там чуть-чуть тебе время не даем, все, их начинаем заливать. Заливаем их потихоньку. Где-то льем ауешкой, где-то их до пол хп, ну, короче, плюс-минус пол хп у них остается. Мы их начинаем, то есть, ну, это наша задача. Твоя задача просто их держать, ну, перетаунчивать там по-всякому, держишь их. Заливаем и сами. Мы их, короче, мы их до пол до хп доводим и... Так, плюс-минус таргет на их заливаем, все. Потом выходит, короче, выходят, блядь, три моба. А у нас получается ДК, кто косты может сбивать. Я, блядь, ну Арчи, блядь, хил, ему не надо косты сбивать. Ну я позбиваю, если будет мне лучше захиливать. Не, вот ты захилил, это хуйня. Короче, короче, да короче, смотри. Ну, не, я просто назначу, а вы там уже сами смотрите, там, получается, не получается. Там нет. Будет моб, которым нужно будет косты сбивать, да? Там будет три моба, там три моба, им нужно, там три моба, и двоим из них нужно каст сбивать. То есть ты одному у меня сбиваешь? Сало есть. Там косты очень частые будут. Короче, смотри, ты сбиваешь грозовому плеточнику, вот этому, грозовой плеточник, это твой, грозовой, запомни, грозовой это твой. Древний дух это Абу Даби и смекалка там по возможности будет сбивать ему. Ну, фокус можете взять его просто, по возможности. Все, выходит три моба, их нужно одновременно убить. Только че, промежуток между их убийством там не менее 12 секунд. То есть они плюс-минус одновременно должны умереть. Как в Наксе вот эти курсы на Тадиусе два моба. То есть они должны вот так умереть. Одновременно, все. Потом, короче, выходит, смотри, самый сложный для тебя вообще момент, прям очень сложный, как танком будет. Потому что выходит, короче, третий вид мова, это, короче, здоровый древень. Это, сейчас покажу. Как выглядит, как дерево? Да, большое дерево. Большое, ну, древень большое, большое дерево, да. В чем фишка этого моба, короче? Он типа выходит, там через пару секунд делает каст. Ну, этот каст не сбиваем. Он просто кастует и все. И абсолютно на всех вешает сайленс. На все абилки там. Физические, магические, вообще похуй. То есть ты вообще абилки не сможешь нажать. Чтобы нажимать абилки, ну, тут будут такие грибы. Нужно под эти грибы вставать. То есть ты этого моба заводишь под какой-нибудь гриб. Под любой гриб. Где-нибудь тут заводишь. Держишь его под грибом, все. РДДшники сами себе гриб найдут, где им, короче, надо. То есть они сами с этим. Тебе нужно просто вводить его,
под грибы, и тут еще будут такие, ну, лучи такие солнечные, они такие желтые будут. Тебе нужно из них выбегать. То есть моба, и, ну, и ты тоже из них как бы. То есть ты, у тебя тут получается из миликов только бутерстайл, то есть, ну, вот вы вдвоем будете под этим мобом, то есть ты как бы, ну, вводишь так, чтобы он мог бить, то есть, а мы РДД там разберемся. Все. Угу. В принципе, все, вся тактика. На второй фазе войд будет на боссе, ты просто перебегаешь с берега на берег. И, ну, там увидишь. Ну, сам. Ты скажешь, да. Это, ну, короче, самые главные, главные моменты самые, да, это держу мобов. Грозовой плеточник, сбиваю каст. Просто держишь, вводишь мобов. Да, выходит древний хранитель, я его от лучей отвожу. И в грибочке, да. Там грибочек, да. Он как бы... Сначала маленький, потом он типа вырастает все больше и больше, потом пропадает. Нужно будет по новому делать. Угу. Ну все. Угу. Как в РБК в этом. На где там? Ну, да. Тестозичный. Они плюс. На первом боссе. Все, го первый трай сделаем. Там сейчас все видно. Пуляй босса. Пуляй. Вот, иди пуляй босса. Так, я, блядь, вахнусь, я, мне с ёлкой... Короче, слышишь это? С ёлкой давайте поактивнее. Пока не бейте босса. Давайте, короче, я слева, Абудаби слева, а вы справа, короче. Все, собирайте их мобов. Так, вот трэш. Собирайте, просто собирайте. Стоп-касс, я постараюсь, конечно, стоп-касс помню. Сань, ёлка. Ты сбил, что ли? Ёлка. Салки на грязовому. Стоп-каст. Блять. С вашими двойными кастами вообще не дамажу. А, по духу воды стопните. Больше в хвостоплета и в грузового. Там приз в корнях стоит, бать. Дай приз. Это, грузового больше. И сведи их грузовому вместе, сведи просто грузовому. Я у Ешка лейте их сейчас. Или я у Ешки просто. Венесса, выйди, вынеси эту грозовую хуету. Ёлка, подвоз. Корни надо разбить. Большой, все. Под грибы ты там выйди, давай. Так, где грибы? А, грибы вижу. Держи агро. Держи. Келени, это грозовая хуета. Корни. Дай фридом оставим. Все, не надо. Я ёлка есть? Не вижу, ничего. Так, где грибочки у нас? Ёлка. Добиваем? Да, всё. Ну хорошо, идём. Дальше. Сейчас будет много маленьких. Сейчас под боссов все сбегите просто, чтобы они сразу вылезли. Окей. Вот, сейчас подожди. Кидаю. Кидай лужу, сейчас тебя напулят. Мы, mm-hmm. мы на ренджу и начинаем потихоньку сделать. Я скажу Сокру, да. Ой, блядь. Да, а прожиматься не надо? Бэр, быстро, Бэр. Сразу баф, пока не трогайте. Собирай и прожимайся сразу. А, Войд, Сокру нажми. Я тупо его ел, ем. Ну, таргет там. Вот, елка. Нажимайте. Массейв давайте. Уже. Потихоньку таргет там выбираем. Таргет. Вроде чуть-чуть время еще есть. Можно въезд. Этих можно въезд залить. Стоп-каст. Ай, каст закрыла. Сука. Падаем. Просто мы пропустили момент, где выходит эта толпа, и меня может ваншотнуть, мне нужно было прожаться, я не знал. Это ты сам. Я вообще не знаю, зачем танку собирать их всех. Ну, их никто никогда не собирает. Они меняют цель каждые 2 секунды, эти мобы. Нет, чтобы они в одной куче появились сразу. Они типа, ну, а если их типа не собрать, они будут стоять на такой кабы, ну, таким нашим. Они будут стоять так, как вы стоите. Если вы стоите в одной куче, они будут в одной куче. Но они бегают и меняют цель. Вот в чем смысл. На этом боссе все равно надо быть на ренже. Просто стоите так, на ренже. Так нет, смотри.
Он просто прожался, собрал их в одну кучку, и мы их заливаем. Все, мы рыжу сами наберем. Нам просто нужно, чтобы они в куче были, чтобы их легче заливать было, и все. В этом только весь прикол. Он их все равно будет, типа, будет потом. Я не знаю, но я видел в овергирном рейде, когда в целкашном шмоте сюда идешь, примораживаются эти мобы магом там или откидываются и заливаются. Но там ДПС совершенно другой. У нас тактики такой нету. У нас тактика только по одному, по два моба убивать. Выбрал, убил моба. Следующего выбрал, убил моба. Хилы захиливают вот эти 2000-4000 урона по рейду. А когда они будут хлопать у вас все, ну я не знаю, что там будет. Они сейчас не все хлопнули, сейчас все нормально. Плюс просто они танка захерачили, потому что он на грона не набрал. А может мне СС там кинуть, ну на всякий? Ты просто прожмись, они тебя не шопнут. Ну ладно, не, я просто не ожидал то, что меня вообще убьют. Поэтому. Ну тебя убьют. Хиба стоит, кушайте. Вот они понял, да, три типа мобов. Таких две волны будет. Они появляются рандомно. То есть мы два раза так их убьем и все. Самое простое, вот ребята, поверьте, блядь, их убивать по одному, по два. Выбрали, убили, а не заливать. Мы же их уже так убивали 1000 раз, ебать. Че нет? У нас проблем вообще с ними не было. Вот ни разу, никогда не было проблем, типа, я хуй знаю, вообще ни разу. А в конце там что, каст не стопнули или что, сдохнули? Да, просто каст. Да, умерли из-за того, что каст не стопнули. Ну типа хилы, как бы. Подкину их кикну. Подкиньте каску, пожалуйста. Вообще касок нету. Мы сейчас хорошо шли, как бы, ну нормально, то есть. Мы их как бы залили под сокрой, все, там чуть-чуть мобов осталось, просто уе мы долили. Все, если бы не кас, мы бы прохилились и все. Ну ладно, сбросим на мою тупость, что я, блядь, типа, первый раз. Ничего, да тут не тебя, если просто как кас будет, типа, не закрыло, нормально все будет. Потому что ты умер, это хуёво, блядь. Типа, погнали. Я, короче, вот тут буду на левой стороне стоять, там, а вы на правой там стоите. Ну, типа... Давай, это что делать? Ну, чтобы эти лучи ебаны. Вот, этот большой. Вот, под грибочек. Что, ёлку видит, если... Так, на Арченко меня грызал. Ёлка, вижу ёлку. А чё? А, как это? Так, ладно. Так, что грибочек. Что я проебанил нормально. Вон, ну ты там стой, не тебе грызал. Вот эта грозовая хуйня, которая на тебя, она типа уешь, ее нужно, ну, как бы из рейда выносить. Это так на будущее. Угу. А, кстати, идем. Под грибочками урон на 25% увеличен. Ёлка. Саша, войди за следующий слабеж. Угу. Не плеточнику, а грузовой удар. Блять. Лиза, ты на грузовом. Твои косты. Так, по грузовому стопните, больше просто плеты в духа дайте. Ёлка. Сейчас их ауешь, ему елку бьем и ему баху ауешь. Сейчас ауешь. Казбил. Ауешь. Казбил, нахуй, это ауех вылетает на весь райд. Так, сейчас собирай. Прожмись только, блядь. Собирай. Пока не бейте, дать им. Все. Можно лить. Сокру нажимай. Точечно играем.
все разбегаются, как твари. Ну, блядь. Они агро сбрасывают. Елка. Кончилось. Елка. Так что по одному. Арстайл, вторую нажимай. Надо поактивнее, АБР. А, КД 3 минуты. Давай. Ну это типа они полопались. Ну я вот поэтому и говорю, время, когда они будут задыхать, никак не подгадаешь. Это ну не тот ДПС у нас, чтобы так делать. По одному они легко убиваются. У нас как раз есть ДПС. Ну так смотри, мы сокры отдали впустую, а когда люди сдыхали, сокры не было уже две. Ну это я вот я с этим соглашусь, потому что сокру ему попозже. Ну так проще всего убивать их по одному, по два. Я же говорю, это пиздец, это просто, как я не знаю. Подожди, вот смотри, там куча мобов, у нас нет такого ДПС, чтобы мы их по одному, по два щелкали. У нас нет наоборот, такого ДПС. Наоборот, есть, наоборот, есть. У нас нету. У нас нету этого ДПС. Смотри, я в Африке, я таргет ДПС, у меня хуёво, мне ну типа. А Хан тоже хуёвый, ну у него такой средненький таргет ДПС. У Совы, ну вот такой плюс-минус, блядь. Ты знаешь, если по ассисту играть, там эти мобы щелкаются, ну я не знаю, секунд за 20. Да, это херня по ассисту, это мы будем сейчас опять заново учиться убить этого босса, блядь. Это бред. Мы убивали так, каждый КД убиваем, типа, и проблем особо нету. Проблема бывает иногда то, что там где-то кого-то ваншотнет и все. Так там ничего сложного нет по цели побить и все. Один человек выбирает моба, все выбирают его цели. Next мобы выйдут, если мы будем играть таргетных. Ты прикалываешься? Там 200к мобов, их штук 10, блядь. Нас... Ты что, там... скажешь, 2 ляма зальешь нахуй за сколько там, за минуту, за полторы, ебать? До next пачки мобов? Таргетно? Серьезно? А ты не думаешь, ты когда таргет меняешь, у тебя ДПС падает у человека, ебать. Пока там он на нас такается, ебать, все дебафы на мобе. Не что, дай бог, блядь, ёлка появится. Они все бегают, ебать. Миликам приведется за ними их догонять, нахуй. Это просто... Играть цель-цель, это просто полная бредятина. Тут это слишком долго будет, я не знаю. Это очень долго будет. Их надо, нужно просто АОЕшка довести до пол ХП, а потом уже таргет играть. Тогда я согласен, ебать. Но не как с самого начала. Сейчас убьем. В огурцы возьмите сразу. Можно сдавать какие-нибудь, блядь, ну, дефобилки, ну, типа, транквил на вот эту хуйню, гимн там, ХП. Оно вообще чуть-чуть дается, просто бахайтесь, мы умираем. Сейчас сделаем. Я просто хотел посмотреть, как он сейчас пойдет. Сейчас я вижу то, что нужно сдавать. Будем сдавать. Саня, что готов? Все, поля босс. Короче, сделаем как. На первую сдадим сокру плюс гимн, Келени сдаст. На вторую тоже сокру, гимн плюс гимн. Так сделаем. Вот, собери сейчас, прожмись. Заливаем. Ёлка. Льём мобов, ауешкой льём. Льём. Нажимай сейчас сокру нажимай. И Келени гимн кастуй. Стопни чуть-чуть, стопни, добивайте. Прохилить дайте. Нормально. Пусть прохилят всех, потом добьем. Время есть. Вот сейчас хорошо будет. На следующих вот этих маленьких будет гимн плюс транквил. Гимн от ДЦ будет. А ёлка. Так. Я сразу первый собью. Блять, не успеваю. Успел. Блять, ну я проебал. Стоп-каст. Сука, я не успел. Сбил.
Анонсить не обязательно. НС не собьем. А, по духу там чуть-чуть. Оставила БР. БР не оставила. Больше... Сведи их в одну точку. Сведи их. Больше хвостоплёты в этого, во второго. Ну забери хвостоплёт, о чём, блядь, меня хуярить? Больше, больше, больше деписа, больше деписа. Ёлка, 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 ёлка. Все, мобов заливаем, просто уе, просто уе заливаем. Раз. Я не успел, у меня КД было. Не тот каст, не тебе говорят. Йо, давайте их быстро залить. Под грибы встаньте, под грибы, просто уехать залить. А, так, так, убьем большого. Сокру сдавал, Вой, ты, да, сдавал Сокру? Угу. Бля, оставил дохлый, сука. Окей, играем просто мобай, играем, не без паники. Ёлка, 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 ёлка. Грибочки, грибочки где-то. Блядь, как ты... Ай, херово ты водишь? Хочу падать, пизду падать. Смотри, я ж тебе объяснял, ты зачем ты его далеко вел? Типа мы типа бьем елку, а ты его вообще от нас отвел. Ты немножко должен понимать, что ты делаешь. Смотри, босс вешает специальность, нам нужно стоять под грибочками, да? А елка в другой стороне. Так ты подведи этому баг ближе к нам. Типа зачем ты его за километр водишь этому багу? Большого, да? Ну да, тут ну, ты сам вот подумай логически. Вот елка на другой стороне, а ты моба выводишь совсем в другую сторону. Вот просто подумай сам. Это правильно или неправильно? Ты сейчас увел, мы в итоге, блядь, столько времени проебали, мы типа разбили елку, возвращались обратно, а там типа сальниц, нужно под гриб найти место, типа грибы не везде. Это столько времени проебано было. А чё оставил два раза сдох? А, первый раз мобы загрызли, второй раз. Грозовой. Ну так кастный сбили. Или да? Это ж кастный сбили. Да, да. Грозовой удар. Вот этих первых мы на красиво заедем сейчас, как бы нормально. Сейчас так и сделаем. У вас там гивнет кдэш или? Дима, вообще не врывайся в мобов прям, подожди немножко по АФКш. А ты у нас тут больше всех АУЕ наколачиваешь. Буквально там секунды 3-4 не бьешь, потом нарвался. Вообще, короче, маленький вылазит, собрал, мы ждем, короче, пока там весь на полу хау не пройдет, там секунд 5, не знаю, сколько он там костыл. Потому что они, блядь, что-то ломают личиково. Ну так ты бы ридал, они как-то нули, все плейбосы. Они вот тебе сломали. Эх, за, мы даже первую фазу не можем мало залезть, вообще второй что говорить. Ты хочешь, чтобы без шансов просто? А без вторая это что? А вторая это что? Все, мы, блядь, не можем первую залезть. Так потому что херово у нас все идет. Топка. Ёлка, ёлка, ёлка.
Сведи их вместе, почему тебе, блядь, разрозни? Их даже в одной пачке держи. АОЕху дали? Просто АОЕ дали? АОЕ дали? АОЕшим, АОЕшим, АОЕшим. Больше псового. Тут добейте этого хостоплета и все, и пока стопнет. У нас ДПС нет, просто, ну посмотри на это. Ну, мы не успеваем залить до 3 мобов до выхода следствия. ДПС есть, просто мобы, блядь, бегают. Ну, не знаю, этот моб вот тут бегает, блядь. Почему бегает? Он, а здесь типа... ДПС кастует. Вот этот моб, он кастует водный, и потом как цунами, как морф нахуй из Dota 2, он также пролетает. Это не сбитый каст, короче. Я не могу сбивать, понимаете, если я либо сбиваю касты, либо я дамажу. Вот определитесь. Типа я либо сбиваю водному касты, либо я дамажу. Потому что я не могу сбить каст и дамажить. Ты фокус просто снимаешь? Не, а ты не можешь фокус сделать? Не могу. Почему? Ну дамажь просто его, Сань. Ты можешь его дамажить, и можешь сбивать касты. Так получится? Ну, его дамажить и сбивай каст могу, окей. Вот так и делай. Так, типа, ну так и надо. Так, бля, когда я его дамажу, все время орали стоп идти нахуй. Ну, типа, блядь, по-водному. А просто его шотаю надо. Ну. Не, ну ты дамажишь так, типа, ну, видишь то, что лоу хп, окей, ну, да, типа, переключайся. Ну, типа, что делать уже? Типа, если то ситуация. Типа, не может быть то, что из-за того, что у нас нет тимла, у нас такие проблемы. Этого не может быть. Так и есть. Когда был тимла, мы убивали со второго края. И когда был другой танк, нахуй. Вот эти, бля, две замены, все, пиздец. Ну, здравствуйте, нахуй. Я не знаю, что мы сейчас будем на Дориме, конечно, делать. Без него же. Я о чем подумаю. Бля. Не достаю. Древний, слишком далеко. Дайте мне силы. Не достаю. Слишком далеко. Вас захлестнет. Ждем весь на пушку. Потихоньку бей. Ёлка, типа, стоп, не стоп, ёлки собирайте, пожалуйста. Всё, массакру нажимай и... Келени гим. Я не могу гим, 18 дней подряд, блядь. Тогда Винесса нажми. Не сильно бейте, аккуратно. Винесса просто гим нажми. Дайте прохилиться вот сейчас, не добивайте их. Таргет такой, таргет. Ещё, давайте чуть-чуть, раз, всё, прохильте. Тихо. Их всех залили, бля. Падает. Не знаю. Помогите мне, дети мои! Раунд, да, сразу 4 мала забегают.
же 5. Моя смерть даст начало новой жизни. Ой, блядь. Я хуй знаю, какие идеи тут. 3 хила. Ну какой я? Вон нечаянно спекнут, если у него есть хил. Если все захотанные будут плюс буйный рост, ну, будет. Спекайся. Спекайся, давай в 3 хила попробуй. Просто там умирают на крополях, прям два косаря. Там был бы захил. Ну прям видишь. Нечаянно, если он эрдру хорошо играет, прям видишь, когда маленькие вышли, уже фулл рейд обхотываешь. И как только начинают первые взрываться, начинаешь буйный рост хуярить. Ну и по самым просевшим быстрое восстановление вообще уже без будет. Ну там типа фулл, 10 человек он спокойно держит. Ну типа фулл ход, а фулл рейд. И щиты тоже не просто так, пока, ну я не знаю, как Надя или как там, как вот начинается уже мало хп у них, тогда только начинаешь щиты развешивать. Ну ей нужно секунд, не знаю, 10, чтобы щиты типа разведанных как раз развешивают, они висят. Ну а Арчи тупо, что просели, сразу цепухи еще. Должно захилиться, по идее. Это первый раз, когда мы здесь в три будем хилить, мы убивали тут два все время. Это первый раз, наверное, где мы тут сидим, бля, хуй знает сколько на этом боссе. Мы сюда убивали, бля, с одного, с этого вторая, бля. Сейчас проблемы. Макс, ты там это релогнулся, чтобы у тебя КД не было этого гимна? Сейчас все нормально? Ну я когда умер, вроде сбросилось, но я не знаю, сработает оно нет. Можно Элизабет поставить на Фрею, что Войт там поделает все эти дела. Ну, или что так же, давайте так же. На самом деле, мне кажется, там что так будет. Ну, типа, блядь. Хуй знает. Сейчас посмотрим. Сейчас пока что у нас просто как-то мы типа не про хил, мы умираем. Ну все так же, короче, было. Там перезайти надо этой. Он пишет. Ну заходи, заходи, давай, да. Мы ждем. Пока что проблема просто все это дело убить, прохилить. А эти когда вот три моба выходят, им типа коровий стан ходж можно сдавать? Да, конечно. Вот тогда вот еще что можно как сбивать им. Ходж с коровий стан. Теперь зашла? Да. Выйди, короче, с игры полностью. Запусти сервисский лаунчер и нажми проверить клиент. Так зачем проверить клиент, когда рубик все скачай и все. Надо эту хуйню. Она сейчас включит и не зайдет. Как, а какой рунок все? Рунок все. Ну так, блядь, Сирус Дискорд. А ты, подожди, ты через что запускаешь? Через лаунчер или через что как ты запускаешь вообще? Или через ран? Там просто есть ран, типа, ну, нужно вообще без лаунчера запускать. То есть ты лаунчер отрубаешь, запускаешь через ран игру. Пускай она скачает, она запустит и у нее нихуя не будет. Надо скачать сначала рун этот другой.
они другой файл. Я не знаю, где он качки качает. Ну так качается он, где все патчи качаются. Вот открываем сирусовский Discord. Где там новости или где там было это хуйня. А, ну вон, ты, короче, можешь зайти на сайт Сируса, база знаний, список патчей, там вот раны есть. Да, вот там это самое. Рун Иксе, вон даже ссылка, я сейчас да, копирую. Да, папку Сируса, папку с Вовкой закинь просто. Вот, дал ссылку на эту хуйню. И этот вставить надо, и через него заходи. А проверку не надо, она будет полчаса. Если не SSD, она будет 2 секунды проверка. Если у нее только не SSD, тогда может быть долго. Че, нормально там у тебя? Ты скачала файл? Ты скачала раньше? Скачай да? Файл, не надо ничего, не перезаходить. Выйди из игры, скачай файл, я тебе ссылку дал. Поменяй его в папке. Копировать, вставить, заменить, да. Все, и заходишь через него. Общий чат Дискорда открывай. Выйди с игры сначала. Братюк, вообще окончательно, блядь. Ну и так, сука, слышишь, как у мутанта ноги, как у кузнечика в другую сторону, нахуй, блядь. Мутаген, блядь. Алло, что-то слышно было? Я думал, микрофон выключен, блядь. Мутаген, блядь. Ты, блядь, тут шутки, нахуй, за 200. У нас тут рядом с постом пожар был, понял? Метров там, не знаю, 300, наверное, блядь. Я пошел бы, я посмотрел, но я думал, трава горит, так ебать, урод. Там уже лес, нахуй, начал гореть. Вызвал МЧС, блин, ну, по этой всей хуйне, там, в чат Роднет писался. И мне тип в личку пишет, со мной тут типуля Жека, блядь. Он говорит, что там дед решил шашлыков пожарить, блядь, нахуй, лес загорелся, блядь, нахуй. Шутник хуев, блядь. Чтоб лопату ему дать, нахуй, сам бы пидорас бы потушил бы, блядь. Что, у вас не идет фрея, да? Нихуя вообще. Там мы тоже там долго, кстати, висели в прошлый раз. Ну, блядь, долго висели почему? Потому что с мобами, нахуй, не фартило. По припезденному, блядь. Самое охуенное, когда первое выходит трое, блядь. А потом, блядь, здоровый и маленький. Потому что, блядь, когда еще остаются маленькие и здоровые, это хуево. Когда начинается это ауеха, и они начинают лопаться, то ему есть варик, что кто-то сдохнет. А кто вас хилит? Сейчас будет три хила, блядь. Ну мы нас тоже во втроем, в два не тянули. У нас... Кто у нас был, блядь? Холипал, ДЦ, ну и, по-моему, Шамен. Мы, короче, мы точно втроем, в три били, потому что мы в два тоже попробовали, не пошло нихуя. Да, Вася, Миша и Шаман. У нас там Шаман левый был, короче, Пугас, точно. Я потом, когда мы поменяли, у нас вначале был ДЦ, левый Шаман и этот, Ладомир, блядь. И мы потом поменяли, ДЦ спекнули в ШП и Васька спекнули, блядь. И мы, по-моему, с первого трая нахуй ебанули, когда Васю спекнули. Ну вот мы сейчас тоже нечаянно спекнули. Тут лучше, блядь, медленно, но уверенно на этом боссе, потому что... с этот мобы начинают лопаться, блять, в два хила тяжело прохилить. Ну мы сейчас почти... так, если мы в два хила не успеваем заливать, то в три сейчас вообще пиздец будет. Сейчас короче тренем как, короче будем их вообще до талого заливать, под конец дадим сокру, Келени нажмет гимн под первых мобов, под первых. По факту, маленькие много и одно большое дерево — это беспонтовая хуйня. Опасные только вот эти трое. Троих надо только залить. Под троих
отдать бурсты и фласки, и, блядь, то же самое подать под вторых. У нас бурсты, блядь. С костами сейчас проблема просто. У нас, типа, нету разбойника, блядь. У нас только один ДК. Типа, у нас не вара, то есть у нас только ДК, по факту, может их стабильно косты сбивать. Типа, мага, ну, у фонта, хорошо. Там КД большое, блядь. ДК. А коровы присутствуют в разрейде, блядь? Ну вот, коровы, типа, и плюс паладин. Там, блядь. Ну, три, точнее, паладина. Два паладина, это два хаджа. Две коровы, типа. Два хаджа, две коровы, сало есть. Надо сейчас вот это обыгрывать. Чё там дальше? Сало у Арчибальда, сбитие коста там на крайняк. Он там тоже под ними может стоять, ебать им нахуй стан. Он же тоже корова. Да. Арчибальд, ты что там не доигрываешь или что? Не понял, блядь. Ты что, расслабился нахуй без меня? Что, Даша помогла, не помогла? Все, давайте, РЧ, там фласки хуяски, бафы хуяфы, там вся хуйня. Это первый странник, которого пришли убить, или уже кого-то убили? Убили Торима. Ой, Хадира. Торима. Хадира убили. Че, и башен тут, че шо? Ну, Саня, Алёха. Ладно, я попозже зайду. Все, и башен, давай. Большой. Если видишь ёлку, старайся его под ёлку положить. Ну там гриб где-нибудь выбери. Пока не вижу эту. Пока не води нормально. Вижу. Ну, если она далеко, так? Стоп каст. Гриб. Дайте фридом мне, не, фридом под корни, фридом мне фридом. Стоп, кажется. Нет, не стоп, не фридом. Больше в дерево. Оставил фридом по смекалке. Дерево, это ёлка. Пацаны. Ну мы не успели залить. Опа, они фуловые. Надо просто ДПС-ики. Что-то я не могу по нему фридом дать, пиздец. Не повторяться. Ёлка. Надо по грозовому дать больше, дать. Стоп. А чё меня убил? Да давай. Прошу прощения. Подожди, может поживем. Блин. Так, кого у вас две пачки мобов, что вы там поживете? Да, вы, блин. Не-не, вообще без шансов просто, не знаю. Его мимика убьем, и потом Саня придет, добьете. А че мимика? В смысле, надо сейчас убить мимика, ее в обычке идти на. Или хуй знает. Или на Торин. Завтра и во вторник сможем собраться? Я завтра на сутки, вторник. Четверг могу. Окей, нажмите, да, кто во вторник может. А что, ты можешь во вторник? Арчи.
полностью. Зачем тебе Фрей сегодня? Кто тебе это даст? Не, на мимика летим, на мимика летите всего бучку. Че, мне там в ДД? Да, ты в ДД. Че, куда портал? Последний. Искра. Арчи, это тут Арчи. А тебя расстал сколько кусков? Три? А с мимика чё падает? Не, не будем даже пытаться, мы слишком много времени проебываем на эту хуйню. Сейчас мимику. Но мы на нее потратили минут 50. Мы час на нее потратили. А если я в обычке убить, что? Или не катит? Зачем? Там лут нужен. С нее нужен лут, как бы. Там падает жезл, который мне нужен. Саньку тоже. И крестан тоже. Там хороший лут падает. Там меч падает большой. Чем куда? Мирон, тактику что там? Пока расскажи. Арчи. Собираются. Бля, где Арчи? Я думаю, на ФК, если он даже тело не покинул. Тактика. У него 4 фазы. Танк, грудь, голова, и он потом последняя фаза типа в такого большого робота собирается. Первая фаза. Ты про... Там, короче, в чем рофл? Босс на разных фазах вокруг себя раскидывает мины. То есть там по кругу. То есть там, там будет, будут зоны, как, ну, типа, чтобы их безопасно оббежать. Нужно смотреть эти зоны и оббегать безопасно. То есть нужно будет забегать и выбегать, ну, типа, в центр, типа, где вот сейчас он стоит. То есть нужно оббегать мины. Это вообще на протяжении всего боя нужно будет делать. Первая фаза, он танк. Ты просто бьешь, 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 он начинает кастить там шоковый удар, по-моему, каст. Нужно просто с мили-зоны далеко убежать. Все, убегаешь, обратно забегаешь, дамажишь. Вторая фаза, он в такого робота собирается с руками, с пушками. И типа стоишь, ну, ты его дамажишь, дамажишь. Он потом через какое-то время начинает кастить. Арчи, чё? Арчи все сети вышел. Он что не писал вообще? Арчи сгорел, короче. Даже в Дискорде нет. Заебись, блин. Ну что, Фрея убили? Нихуя мы не убили, в пизду, блин. Потом Саня придет, когда убьем. Ай, блядь. Не, ну я без Арчи не хочу эту хуйню бить, блядь. Это бред, блин. Где Арчи? Похоже. Короче, на вторник поставлю в пизду, короче. Нет, не знаю. Давайте, наверное, на вторник поставлю. Пойдем двух боссов убьем, вон тех начали. Да, идем просто Игниса Стокрылу сейчас добьем. На вторник поставлю. А сейчас, короче, что, с гильды некого добрать? Мы не будем добирать никого с гильды, потому что это нахер надо. У нас есть статик, мы должны статиком все забрать. Че, все, да, Макс? Ну сейчас у этого Игниса Стокрылу гопу. Сразу на Стокрылу его. Так, чё, какой тут портал-то? Кузня. Просто, блядь, не рейд, а фиаско какой-то, ебаный. Ну, я тоже убивал.
статик нахуй возь. Доверяйся. Надо портал опять спекнуть. Так мы же не фуловым. Ну, типа, блядь, типа, как бы новые люди, плюс Санька еще нет. Дай порт сюда. Надо катать эту. А че суманить? Идите в два хила сейчас. Ты на сове иди. Ну не на сове, на этом как. В дереве, она в ДЦ и все. Вайт готов? А здесь все там же, она типа летают, потом эти выходят мобы, мобов убиваем, потом она спускается. Да, да, да. То же самое. Так же? Ладно, окей. Вой, ты где тут, Войт? Он сказал же, Бион написал, кажется. Чего? А потом что, на этого? Где остужать? Мобов? Второе? Вой, ты тут, Вой? Угу. Все, я запускаю. Забирай босс. Я забираю. Тут в одного танк. Да, you
Залейте большого побыстрее. Все, подводи к боссу мобов, я спускаю. Там дольются. Заливаем быстрее. Кстати, то, что вот разделили, первый, третий статик, теперь сейчас, блядь, не третий не будет убивать Хэймона, а не первый, Рейджевая. Я уверен, что там третий не убьет Фрей, Торима Хэйма, и мы его тоже, скорее всего, не убьем на этом ПД. Потому что, блядь, не срезано, нахуй, не морали, не хуяли. То есть, блядь, одеваться во что лучше, в 219, нахуй, всем, блядь, либо в бис, в 206.
Хороший вопрос. Блять. А что будет уже, бля, половину здесь? Сейчас. Да, реп. А чё, реп, да? Это с вами надо со срезом общаться, но он захотел там. Он же с женой хотел ходить, ну вот, сами собрались. Не, вот они, то, что они, вот, они только находили. То, что вот сейчас собралось, я говорю, ну сразу, типа, ну, АХМ-ка прям вообще можно прям сразу забыть. Даже можно просто сразу приходить сюда, вот, чисто чтобы время не тратить, обычно зачищай. И все. Да, типа, нет. Саня тоже красава, тренер полутал, ебать, нахуй, вроде все договорились, сразу какие-то дела появились, а я так и думал, что так и будет, да. А типа здесь все полуталось, то, что ему нужно десятки, ебать, вообще будет рассухариться, нахуй, постоянно. И он написал то, что у него там что-то какие-то, блядь, на работе, не знаю, какая-то хуйня, он сказал, просто сегодня не будет его, и все. Дальше. А я, типа, другой день не хотел переставлять, и все. Что я, типа, если мы, блядь, не соберемся сегодня, мы можем, блядь, еще не собраться. А чё Арчи ушел, даже не сказал ничего? Ну, жопа сгорела, он чё-то ушёл. Ну, блин, странно как-то, он на фрей прям на, во время трая вылетел как-то такой. Может что-то у него не знаю, отключился, хуй его знает, я не ел. Ну, реально, больше на это похоже. Пока он не зайдет, не скажет, как бы, чё следить. Бля, ну гриппом хоть казби, я не знаю. Просто гриб 30 секунд, когда я первый собью, а дальше что? Идем. Ну идите хули без баб.
Мне кажется, придумал, когда нашить проблему. Смотря какую. Да, все равно. Расскажи. Так, Войт на трэше, Лиза на боссе. Просто на боссе его там не надо никак водить? Ничего. Надо. Ты же сказал, знаешь. Да, ага. Ты же убивал. Ну, я убивал, но я был на трэше, наоборот. Я ну, пускай будет их сжигал сначала, потом на воду их носил, а потом их убивал. Короче, ты на трэше был? Я на трэше был, но если надо на боссе расскажи, то я на каком-то боссе, чего возьму. Да я босса положу. Ну все, тогда на трэше просто. Ну окей, все, разобрались. Там быстро баф, что ли, нет? Сань, кто это Сань? Хау. Я? Хау. Поехали, бля. Топкаст. Земля горящая. А, да. Я в ковше. Вот мама. Не в ту уже ведешь, значит пропадет уже. Другую веди, или только что возьму. Направо. Давай нечаянно прохеривать. А меня не подкинуло. Че за бред? Я на месте остался. Потушил. Кого веди? Разбей, Макс, я капшу. А, сейчас раз. Не блокнул. А, демоб. А, Саня, разбей. Почему ты мобу в огонь не завел? В смысле, я воду его завел.
Встанешь. Стопка. Где мобы? Топкаст. Топка. Топкаст. Выходи быстрее с воды. Чё там? Блин, ну ты чё? Похоже. Так я вышел. Типа ты долго выходил, видишь, моб уже разотрался. Ладно, что не любился. Типа если его убить, когда ты будешь еще там, с ним рядом тебя вообще... Да, взорвёт. Да. Мне просто тут утрепнуть. Батя, у меня кончились стрелы. Вовремя. Там боеха надо ком. Блять, я опять отказался, ебаный. Я тоже отказался. А чё там было? На сегодня да, всё, я на вторник поставлю, короче. И чё ты ещё хотел? Честно, не поставишь? Дора. Конечно, из-за там проблемы. Ну, можно пойти что-нибудь делать. Может, не знаю. Пусть духуемся. Зайство собирать. Сейчас сразу идти. Вчера пошел за СХМ, короче, с гильдой своей. Убили краб с раю от Ебанова. Бля, да такие тактики вообще здесь, что просто пизда нахуй. Мы, короче, били этого. Как его? Который первый босс, который элементаль. Гидрос. Ты слышишь меня? Да.